Ирина Борисова давно определилась с будущей профессией. Девушка мечтает поступить в военно-космическую академию имени Можайского. И по ее словам, БАРС – это отличная подготовка. В отряде Ирина занимается 2 года. За это время она участвовала во многих состязаниях. Но конкурс «Делай, как я» стал для девушки наивысшим достижением. На самом деле, я очень долго ждала этих результатов. И как только нам их объявили, я была искренне рада, искренне счастлива, можно сказать, почти прыгала до потолка. В соревнованиях «Делай, как я» мы принимаем участие первый раз. Для подготовки мы бегаем каждый вечер, качаем пресс, отжимаемся, разбираем автомат Калашникова, готовим самопрезентацию. Бороться за звание лучшего воспитанника военно-патриотических объединений России Ирина Борисова будет не одна. Ее подруга по команде Анжелика Баканова также достойно прошла отбор на финал. И теперь они вместе готовятся, чтобы достойно представить соров на конкурсе. Нам дали задачу написать как эссе на тему «Равняясь на героев», посвященную 40-летию ГСН «Выпил». И также нужно было отправить презентацию, либо видеопредставление, как ты себя представляешь, на тему «Мой отряд, моя семья». До финала конкурса остается совсем немного, и девушки под руководством Станислава Сорокина усердно готовятся к состязаниям. По словам руководителя, тренировки стали сложнее, чтобы девушки смогли показать лучший результат и, возможно, отобраться в сборную России. Если мы раньше занимались 3 раза в неделю, то теперь занятия проходят 4 раза в неделю, плюс ежедневная самостоятельная подготовка. Единственный один выходной день в воскресенье, потому что очень многое нужно успеть. Нужно проверить себя, и если где-то есть какие-то недочеты, у нас буквально вот 3 недельки для того, чтобы их устранить. Финал конкурса пройдет в Москве. Конкуренцию саровчанкам составят более 90 воспитанников военно-патриотических объединений со всей России. Екатерина Шмакова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.